Итоги голосования подвела и областная избирательная комиссия. С большим разрывом выборы выиграла партия регионов. Из 100 мест в облсовете депутаты этой политической силы займут 74. Кто еще будет там представлен, знает наш корреспондент. Пусть и в крайний срок, но голоса избирателей облсберком посчитал вовремя, говорит председатель комиссии Андрей Кондратенко. Если подвести общий итог, то есть сложить результаты голосования по спискам и по мажоритарной системе, новый облсовет будет выглядеть так. Партия регионов имеет 74 мандата в облсовете, Батьковщина 9, Коммунистическая партия 8, Сильная Украина 6, Народная партия 2, Социалистическая партия 1. И все. Вот и получается сумма 100 депутатских мест Запорожского парламента. Детальную раскладку итогов голосования облизбирком разместит в прессе. А сегодня его члены заканчивают работу и занимаются регистрацией избранных депутатов облсовета. Сейчас идет регистрация избранных депутатов. Они подают документы на регистрацию. В течение 5 дней с момента поступления документов областная комиссия примет на своем заседании решение о регистрации. И тогда наступает 14-дневный срок, в течение которого уже при наличии даже 2/3 зарегистрированных депутатов уже, в принципе, можно собирать новый состав областного совета. Когда пройдет первая сессия областного совета 6-го созыва, пока неизвестно. Но с ее проведения начнется новый политический сезон регионального парламента.